Диктатор с Сашей Бароном Коэном, Крепкий орешек 5 с Брюсом Уиллисом, съемки в очередной серии Бондианы – это лишь самые громкие роли, исполненные за последние годы автомобилем марки Darts Brompronь. Золотой балтийский броневик стал в Голливуде символом роскоши и безопасности. Два таких автомобиля заказал Канье Уэст для Ким Кардашьян после рождения ребенка. Все сконструировано в городе Санкт-Петербурге, конструктор автомобиля Дмитрий Парфенов. Этот бронемобиль – продукт интернациональный. Он появился на бумаге в 98 году в России. Собирают его на заводе в Таллине, а продают в автосалоне в Риге. За 15 лет выпущено ровно 50 бронемобилей, разошедшихся по всему миру. Основные покупатели – арабские шейхи, российские олигархи, американские кинозвезды. Основные клиенты – люди, которые уже устали ездить на серийных машинах, и люди, которым надо за их деньги предоставить что-то такое, чего нет у других. 15 лет ежедневного кропотливого труда, 5 миллионов долларов, вложенных в рекламу, бесчисленное количество новых, оригинальных, запатентованных технологий. Вот она, цена латвийского успеха. Каждый бронемобиль Darts Brompronь – это полный эксклюзив. Двух одинаковых нет. Стоимость каждого такого произведения автомобильного искусства от 200 тысяч до миллиона долларов. В это трудно поверить, но броневик лакшери-класса изготавливается в том числе и на советских станках 60-х годов. Но качеству, утверждают производители, это не мешает. Уровень безопасности для тех, кто понимает, класс B7. Бронебойная зажигательная пуля, она сюда вошла и где-то вот тут потерялась, даже следа не видно на втором, на отбойном слое. Вот это вот стреляли из автомата Калашникова? Да. А это СВД. Ну вот можешь потрогать рукой, так сказать, что... Благодаря броне автомобиль весит 4 тонны, но при этом разгоняется до сотни всего за 7 секунд. Максимальная скорость 180 км в час, а толкает его вперед 6-литровый двигатель от General Motors. Расход топлива у лакшери-броневика тоже весьма впечатляющий, под 30 литров на 100 км. Хотя считается, что тот, у кого есть деньги на такое авто, об экономии бензина задумываться не будет. Вот тут еще видно дверь золотая, но это крашеная. Руководитель компании Darts Brompronь Леонард Янкилович рассказывает, когда Канье Уэст подбирал транспортное средство для Ким Кардашьян, музыкант сказал, машина внушает безопасность, если она страшная и мощная. Никому неизвестный гадкий утенок получил признание. Теперь он предмет гордости всего Балтийского региона. Андрей Храмцов, Вадим Репецкий, специально для RTVI. Рига, Латвия.